Знаете все, как переходить через дорогу? Да! Да! То есть только по пешеходному переходу, да? Посвящение в пешеходы традиции 6-й анапской школы. Такие занятия проходят во всех первых классах. Детям объясняют, что с началом школьной жизни человек становится полноправным участником дорожного движения и обязан соблюдать правила. Ребятам очень нравится, потому что это все проходит в игровой форме, танец, колесики они исполняют. Вот. Они сами активно отвечают на вопросы все, которые они знают. Они стремятся показать, что они знают эти правила. О правилах дорожного движения первоклассникам рассказывают их старшие товарищи из отряда юных автоинспекторов. По сути, они уже выступают в роли учителей и понимают важность своей миссии. Мы учим детей, чтобы они тоже знали, чтобы не происходило никаких аварий. Когда они приходят, ты начинаешь им все рассказывать, внимательно слушают. Потом, очень хорошие дети слушают всегда. Если они послушны, спокойно стоят, то нам очень легко. А если они баловны, то иногда бывает сложно. Сегодня никаких сложностей не возникло. Первоклассники узнали, как правильно вести себя на улице и в общественном транспорте, для чего нужны светоотражающие элементы на одежде и многое другое. А домашним заданием стало нарисовать свой безопасный маршрут из дома в школу и обратно. За лучшие работы детям пообещали призы. Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа регион.